сегодня накрашена. Мы готовим пирог. Аина накрасилась и надела очки без стекол. Это очень модно, по-моему. Ты равномерненько старайся распределять, чтобы у тебя не было в одном месте много, а в другом мало. Ой. Ну, давай, давай. Великий кондитер печет пирог. Давай вот тут еще. Я же сказала, за границу не выходить, но это же не значит, что и перед границей тоже не надо. Давай везде. Угу. Так, ложку можешь. Ага. Так, теперь давай бананы. Выкладывай тоже равномерненько. Кисло. Ты куда? Бананчик. Ну ты не по одному, ты их положи кучкой сразу и так распределяй. А то это очень долго будет. Кучкой, кучкой возьми прям. О, Господи. Вот я налетела тут. Вот так. И вот так вот. Давай. Давай, давай. Как сладко. Так ты положи, потом распределяй. Все бери и клади. А вот. Как же джем клубничный? Дойдем мы до джема. Бери все. Клади. С 15-й попытки наконец меня услышали. Вот все их прям клади сюда. И потом распределяй. А что их по две штуки-то распределяй? Ну я просто так хочу. Давай, давай, давай. Ну время идет, ты же еще гулять хочешь. Конечно. Еще желательно и нормальный ужин приготовить, а не только пирог. Получается вкусно. Ну, пока не знаю, что получается. Первый раз мы такое делаем. В таком варианте. Ну да. Мы делали вчера. Ну что ты их тут мусолишь 2 часа? Блин, короче, так. Надо высыпать вот так вот. Осторожней, да осторожней. Ну что ты делаешь? Как думаете, мне идет макияж? Она тут видео снимала. Сам себе режиссер. Конечно, я даже придумала видео. Давай. Есть в Инстаграме. Так равномерненько. А ты умеешь оставлять ссылки? Умеешь, умеешь. О, все, идем мыть. Так, иди, помощничек, иди, иди. Сейчас самое интересное.